Центральный парк в Люберцах начали реконструировать. Первым делом обновят тропинки и освещение. Об этом сообщил начальник управления благоустройства администрации округа Виталий Калюта. Рабочие ведут реконструкцию полным ходом. Уже снесены административные здания парка и другие постройки. Вскоре все тропинки выложат новым материалом. Проект освещения на данный момент находится на согласовании в соответствующих ведомствах. Выполнена трассировка дорожно-тропиночной сети, проведены работы по подготовке оснований для детских игровых и спортивных площадок. Полностью работы будут завершены в срок до 15 ноября текущего года. Остальные работы в Центральном парке будут проводиться постепенно, после завершения начального пункта плана реконструкции. Однако уже известно, что сердцем объекта станет центральная аллея с фонтаном. Она начнется у второго входа в парк. Его обустроят с противоположной стороны от главного, между зданием администрации округа и дворцом спорта «Триумф». Финансирование этих работ пока идет из муниципального бюджета. Возможно, что этот проект войдет в областную программу «Парки Подмосковья». Анна Троян, Яна Яковлева и Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.